Всем привет. Мне уже успели ФБ отдать. Я крипа пропустил, к сожалению. И у меня еще одно танго, и не хватает на фласку. То есть игра с нулевой уже тяжелая. Причем у них пик такой интересный. Ну, прям хороший, мне нравится их пик. У них, по сути, есть все, что нужно. У них есть физикал урон, у них есть магический урон, у них есть негр, который крипов не добивает. Как бы все, что нужно. Он ауру, кстати, взял. На первом. Что он там все сентри несет? Оп, два ореха. Так. Пока мало говорю, потому что максимально потею. Хочу выиграть миту некра. Это довольно тяжело. Потому что он очень много хп нам снимает. Все свои пассивки. Кстати, у него ренжа небольшая. Вот смотрите, вот здесь уже он не достает. А вот здесь достает. Такое говно играть, там переключить. Опа. Эльки в меду. Я ненавижу этот трек, господи, пожалуйста. Что-нибудь другое. Короче, пока мы его никак не убиваем, пока самый главный это last hit. Опа. Ой, вот это классная песня. Короче, он каждый раз на ренджа дает хил. Смотрите, оп. Сейчас попал. Даже нет смысла пытаться донать ренджей, потому что... Кстати, хитаться с ним тоже нет смысла. Закупаемся прям так, чтобы нормально стоять. Надо, я понял. Меня устраивает такой размен. 300 я за него получил, залутал сол экспо. Нормально. Я боялся, что если бы он был умным, он бы чуть-чуть отошел сюда, его некр успел бы хильнуть. Тогда это был бы провал. Единственное, плохо, что я всю пачку отдал. Потерял. И он сейчас пятый. Ну, рот и двойку слишком слабые против негра. Не хватает урона. Я прям это физически ощущаю. Но всегда есть выход. Можно просто линию спушивать. А не стоять на линии. И телес себе стакать. Чем я сейчас и займусь. То, что я ботинок принял, кстати. Это означает, что он хочет меня убить. Пофиг на ринжан.
Когда у меня появляется ульта, надо брать себе обязательно капли. Ну, он уже с ультой. Секс крой. Виктор, меду опять. Если бы он меня здесь не заблочил, я бы выжил. Плюс курица не успела долететь. Но у нас на сайт линии должно быть все хорошо, потому что Рики ночует в меду. Денег на ТП. Кстати, сразу видно, что этот чувак чувствует силу своего героя. Видите, он даже развернулся, ударил меня. Это значит, что он понимает, что я его никак не убью. Пока не будем капли тратить. Сколько можно, дружище? А вот сейчас можно и пытаться его убить. Ну, на самом деле без шансов что-то. Сейчас на фулл и отхилится. Здесь отождаться мои ульты. Рики с ДД в меду. Парни, он ночует, я не знаю, это вообще бред. Зря заспрятал, кстати. Он без косы еще. Тебе достаточно мне просто вард не поставить, и мне будет все нормально. Да. Тяжело. Немного хочется затильтиться, но тильтиться не нужно. Такие игры тоже бывают. Очень часто. Даже так, они даже чаще, чем нормальные игры, в которых вы просто выигрываете. Он без косы. Мид нету. И глифа нету. Кстати, без нуликов это полное говно. Покупать короны без нуликов. Хотя бы два нулика нужно иметь. Они слишком сильный буст дают для этого парня. Он мне решил ответить? Он как будто мне ответил. Только я не юзал voice chat. Интересно.
ДДшкам, по ДДшкам. Я лечу, вот. Очень долго. Есть мана. Чё он говорит? Хороший размен. ФПС что-то проседает, чувствуете? 60-ка. 60 очень мало. Ладно, я музыку вырублю, потом добавлю на, да, на дорожке. Ну, потому что это слишком. Кстати, я уже камбэкнул. У меня все хорошо. Так вот, курицу бы... Реюзнуть. Сейчас я с курицей я заберу, у меня там хоть. О, лол, он его забашил. Если бы он не забашил его... Кого десятый? Так кто знал, что на 10 уровень, блин? Как она если даже соло стояла, даже если соло, то без книги не знаю. Соло стояла, она соло стояла, три раза убила, с реки меня на пару. Я сейчас приду на некра, он в бот бежит. Давайте убьем его. Она еще и убивала. Ну, а как мы можем убивать? Вопрос назад. Походит ли он, блин? Ну давайте, давайте сейчас по лицу и дадим, я уже бегу. Да все, 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 парни, парни. Нормально. Главное, что я кларетку свою не потерял. Там есть хроновая, да? Окей, смотри, я прилечу через 10 секунд, если мы поставим на тебя хрон, я тебя выхукаю. И мы пытаемся что-нибудь сделать. Да, изи байт. Все, я уже лечу. Не, он не ставит хрона, не знаю почему. Есть у тебя палка? Ну, просто решил тебя завтра тачить. Я не ожидал такого. А, легион кто летит? У него блинки есть. Давай палку. Палку, палку. Хорош. Все, 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 я сдох. Забавно, ребята, я даже жалею, что я музыку... Он, кстати, умер на МК. Да он тебя просто забашил два раза подряд. Бывает. Шань, шань, шань. Я сейчас прилечу. Я все, я лечу, они охренели. Я дазл беру. Как это могло произойти? Что это было?
сказать, он негр. Негр это медовый, это медовый. Если бы это был бы суппорт, мы бы уже проиграли. А он без ничего, там просто догон. У него ж ничего нету. Типа, некоторые удивляются постоянно, типа, вот, как он купил себе, там, не знаю, на 20-й минуте что-то. Хотя, по сути, у него одна шмотка. Типа, легко купил. Я, кстати, не убью его. Но он без ТП, слава богу. Разошлись миром. Я же не смогу Рики убить, сколько хп? Не смогу. Блин, сам подошел, сам стоял, тыкал его. Да кто мог знать, блин, какой на хрен купол в одну бы, в одну машину? Легионка в топе с Рики. Да, я не успел побегать. Я лечу в бот, я лечу в бот. У меня маны нету, есть маны? Там, давай догон. Да насрать. Коня по КБ нету, это просто кусок говна с догоном. Как у этого чувака по КБшка появится, нам будет очень тяжело. Вообще догон, это прикольно, это просто весело, но... Но... Некор без БКБ против Ская не может играть доту вообще никак. Бедная ВРК. Меня ж её жалко стало. Я в топ бегу. Проблема в том, что там Рики скаутит, бегает. Типа, они нас постоянно видят. Только потому, что Рикич. Я через 5 секунд буду прыгать. Там некр еще может быть, чувак. Вообще надо сол взять. Или что-нибудь на ману. Будет стон хотя бы. А чё, он один? Я иду на него. Го-го-го. А, там Рики еще может быть. Беги, брат. А есть что-то, что-то? Найс. Шайн. Сейчас ШД прилетит, сейчас ШД прилетит. Да, смогу, давай.
Там легион кто-то прилетит. Спокойно, спокойно, там еще догон. Найс. Пошел он нах с догоном. Заебали меня уже. Осуждаю, осуждаю. Какого осуждаю? Никого не осуждаю. Я не стример. Ой, три рейнджа. Вы посмотрите, как вкусно это выглядит. Ну просто посмотрите. Ах, кайф. Только ради этого можно играть в доту. Чтобы увидеть, как на тебя бежит пачка из трех крипов. Так, это нафиг. Мы бежим, друзья. У нас нет ульты НМК. Ну, давайте почилим. Так. Что происходит? Как же мы их ебем, парни, это вообще что-то. Маны, 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 мана, мана, что-нибудь. Я не видел, что тут рейндж был. Ты очень сильный. Все, я буду делать аганим. Это Йола игра. Я не буду собирать серьезные шмотки. У меня, кстати, 3500 хп. Кто? Ты хочешь покачаться? Ну нет, хотя бы. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да я чуть-чуть покачаюсь, я не пидор. У меня, кстати, 3600 хп, я только заметил. Надо, короче, купить что-то на скорость атаки и просто идти бить их. Я с ульты отхиливаюсь, там, на хп на сколько? Ну, 9, 170. Короче, сложно. Забейте. Сильно отхиливаюсь. Вот так вот. Еще насрыв. Как там дабл мид постояли? Чувак, на некре сейчас ничего не может. Но это еще раз говорю. Скай против некра, друзья. Скай против некра. Прям абсолютная доминация. Потому что чувак нажимает второй, там скай дает одного петуха. Одного. У него уже пол ебла нету. Го-го-го. Короче, и блудстон. Чтоб с маной проблем не было. И бегу в бот. Вас срубили.
Мне кажется, там не вар стоит, он просто спалился. Чё-то купил, у меня байбэк был. Опа. Кто это у нас такой? Жду тебя. А мы тут сами справимся с этим. Пропустите. Не хотел уйти. Глупыш. Дурачок. Ооо, у меня хук. Сколько у меня хук? 2,8. Это достойно скрина. Так, у меня хук каждые 2,8 секунды под аркейном. Го-го-го. О, я его прямо здесь сажу. Ты выживешь, брат. Как он увернулся? Это невероятно. Меня не убьют, парни. Хелп, хелп, хелп. У меня 4000 хп. Маны только нету. Давайте тавр хотя бы заберем.
700 урона сейчас. Ладно, уже нет. Хуй выиграть. Они сайдли неплохо отстояли, просто некор купил себе БКБшку. Но это не факт, что они еще проиграли, они могут нас выиграть. Скай очень уязвимый персонаж. Типа, Скай убить это вообще... Вообще изи. Оу, какой же он ювелир. Это мой саппорт. Почему он остановился? Хоть одна причина. Брат, привет. Блин, с ману реально проблема. Пойду за... Так, я забыл стоном. Всем пока. Всем пока. Вот сборка его, смотрите. Лотар, Худ, Дагон. Типа, он может кого-то убить. Возможно, если бы он убивал Ская, то все было бы по-другому. Ненавижу, когда покупается два Energy бустера. Ненавижу. Верхняя башня противника разрушена. Ты быстро нажимаешь, и покупается два Energy бустера. Ну, или две другие шмотки. Попался. И этого. У меня ману бернет. Это про меня. Пау! Где аплодисмент? Ладно, ладно, шучу. На самом деле, довольно легкая игра. Я думал, этот некр больше сделает. Учитывая, как ему вылезали мид. Все, теперь тир. Выхукивание с базы. Сейчас попробуем еще раз. Я не успел его убить. Все красавцы, всем пока. Эх, сначала тильтанул немножко, но потом игра стала веселая, я понял, что еще пацаны нормальные. Вообще, настроение улучшилось 10 раз. Кайф. Че, кому дать АМВ? Наверное, Скаю. Хотя он мой конкурент. Если дам ему, ему дадут... Ладно, мы дадим Скаю. Он много делал. Красавчик. Он, кстати, по-моему, за мид ролил вначале. Тоже хотел на мид пойти. Но что-то у него 4 заролилось или что-то такое. Короче, супер мало. Вот такая катка, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока. 44.